начинаю выпускать ролики почаще пытаться, да, надеюсь, что больше раз в неделю я не буду их записывать, да. И это не связано с моей ленью или из-за того, что я сказал в прошлом ролике, да, то, что, типа, буду снимать ролики, как я захочу, да. Это не из-за этого связано, я пытался снять ролик. Хочу вам объяснить, почему я не записываю уже полторы недели ролики опять, да. Ну, на самом деле, потому что у меня лень, да. В принципе, думаю, вы это заметили. Всем привет, с вами Лев, и сегодня я хотел бы рассказать достаточно важные темы, да, что с каналом, да, почему опять видео нету почти 3 недели. В принципе, давайте сразу же начнем, погнали. Итак, ребят, в принципе, мы начинаем, это у нас дуэль Skywars, да. Да, конечно. В принципе, начну с того, то, что почему не было видео почти 3 недели. Я как бы записал сложное видео по выживанию, которое длилось 26 минут. Ну, как бы, на самом деле, это не так сложно было. Я потратил на это дня 2, что ли. Ну, это не так сложно, да. В принципе, я решил полностью взяться за, как бы, канал. И теперь записывать видео раз 3 хотя бы дня. Раз 4, как-то хотя бы так. Ну, чувак, ну, блин, даже тебе жалко. Как-то то ли он лагает, то ли Ваймворд, не знаю. Кстати, решил записать на Ваймворде, потому что, ну, в принципе, почему бы и нет. 8 месяцев уже не записывал. Так, ну, пока что играю в дуэльки. Поиграю, например, в БВХ. Почему бы и нет. Да. Да-да-да. Я, как бы, может быть, расскажу сейчас еще какие-нибудь другие новости. Почему в первый раз скилла как никогда не работает? Я уже третий раз это замечаю. Да. Я сегодня весь день на Ваймворде играю. Если честно. В принципе. Видео получится, наверное, скучным. Я поиграю также Skywars. Возможно, на голодные игры тоже зайду, но это вряд ли. Видео такое скучноватое. Кстати, я решил проблему со звуком. Как вы видите, он теперь у меня более-менее получше стал. Теперь вы более-менее понимаете, что я говорю. Да. Извините, если, кстати, запинаюсь, потому что, ну, записывать ролики раз в 3 недели, это очень, на самом деле, ну, едко, и все забываешь просто, как говорить правильно. Если бы снимал бы часто, бы уже бы, ну, да почему не работает стрела, я хочу его поджечь. Вот, спасибо, хотя бы один раз. Да. Ладно, в принципе, на Ваймворде, ну, записываю, да, вот почему бы и нет, решил все-таки записать. Почему у него работает? Объясните мне, как это работает просто. Так, все, остановись, бейби. Да. Хорошо. Да ты сдохнешь, может быть, когда-нибудь. Объясни мне. Сейчас я его убью. Сложно разговаривать, когда вообще тут такая вот хрень творится. Нет, ну нет, ну нет, ну нет, ну нет. Сдохни уже наконец-то, ну. У меня горит уже жопа. Все, слава богу, одно хп осталось у меня. Ребята, давайте перейдем в Skywars. Так, землетесь. Да вообще без разницы, какая карта. В принципе, еще хотел бы поговорить о теме именно с подписчиками. То, что у меня их сейчас 90. За это вам спасибо. То, что вот за полтора месяца у меня, ну, полтора месяца назад у меня было 88 подписчиков. И за целых полтора месяца у меня только 2 подписчиков прибавилось. Да, я как бы никого не виню, это моя вина, я ролики снимаю очень редко, и поэтому очень медленно расту, да. Тем более, все могут отписаться в любой момент, поэтому, ну вот, такая вот хрень, да. Буду пытаться хотя бы раз 5-6 дней записывать. Я, по-моему, уже говорил сейчас недавно то, что раз 3 дня, но, ребята, я не знаю, как будет, я ничего не обещаю, но все-таки я, у меня, если честно, не хотелось мне ролики записывать. Почему ролики, кстати, выходили так редко? На самом деле, ролики стало для меня очень сложно снимать. Не знаю почему. Очень, на самом деле, просто вот, не знаю, то ли надоело, то ли что со мной стало. Я не понял, не понимаю до сих пор, да. Что со мной стало? Так. О-о-о! Да ты! Как это работает? Почему ни один удар не смог по нему сделать? Охренеть просто, ну ладно. Ребята, я, в принципе, не пытаюсь как-то выиграть. Поэтому, ну, типа, если я буду помирать постоянно, то извините. Я как бы... Ну, у меня были, кстати, хорошие карточки сегодня. Жалко, что не записал их. Фух, ребята, в принципе,
Я также теперь буду после каждого ролика пытаться делать стримы. То есть в месяц будет 4 стрима, 3-4 стрима точно. Может быть даже 5. Ну, как бонусные. То есть 3 стрима точно теперь будет. Да. В феврале я собираюсь записать еще ролика 3-2 точно. Но я думаю даже 3, потому что, ну, типа, сейчас 8 февраля. Кстати, хотел записать в 1 февраля, выложить видео. Да. Но вот, в принципе, вот такая вот хрень получилась. В принципе, ладно. Пытался, я даже расписание роликов сделал, но один ролик у меня уже выпал, поэтому у меня теперь вместо 5 роликов будет 4, наверное, за этот месяц. На самом деле устал, если честно. Поэтому сегодня я, наверное, не такой смешной буду. В том смысле не я. Смешно, хотя, может быть, кому-то и угарно смотреть мои видосы, может быть, не знаю. Да. Я раньше же делал ставочки всякие. В принципе, ладно. Также расскажу о своих планах на 2019 год именно сейчас. Да. Логика, да. Нормально так сказал. В принципе, какие у меня планы, да. Я сейчас начинаю готовить новую жесткую сборку. Очень хардкорную. Прям очень. Я такую в жизни не делал хардкорную, как сейчас. Ты чё, охренел, собака? Короче, сборка очень будет крутой. Это будет с модами на версии 1.12.2. Я месяца 3 назад обещал, что у меня будет сборка на 1.13. Но на 1.13 нету Forge. Есть только вроде бы Rift. Да, это тоже типа Forge, только похуже. Ну, для меня он похуже как-то. Ну, типа, чтобы моды можно было устанавливать. И на этот Rift очень мало модов, то есть я бы не смог бы даже просто какую-нибудь хорошую сборку сделать. Не даст крафта, ничего такого нету. Да. Поэтому все-таки как-то так. Блин, чувак, ты мне дашь построиться? Вот, если честно, я вот не хочу сейчас с тобой тут долго мучиться, да, вот пытаться что-то сделать. Блин, мне прям нравится, у меня сейчас звук должен быть намного понятней. Вы должны все слышать. Каждое слово. Вот такой у меня, в принципе, план. Сделать летсплей 1-2. Я, кстати, наверное, в этом году перестану записывать... Ты чё, охерел? Я, наверное, в этом году перестану записывать выживание вот в Майнкрафте. Просто без модов. Потому что сейчас... Ну, я сейчас продолжу, естественно, записывать. Думаю, я там... Ну, сейчас портал буду два, там, все вот это создавать. Выживать. Я там много, кстати, чего сделал. Пока не было видео, поэтому я, ну... Что-то все-таки сделал. Сборку очень неплохо там. Модов прям... Модов 100 где-то накопил. Если не больше. 120, наверное, модов. Ну, сама сборка, естественно, меньше будет. Может быть, 80, может, 60. Потому что половина модов, наверное, работать не будет. Или просто мне не нужны будут. Вот собака такая. Вот, Яня, ты будешь долго стрелять? Ну, блин, пожалуйста. По-братски, дай построиться. На эту собаку просто посмотрите. Ладно. Думаю, вы меня поняли. То есть, вот как-то так. Блин, у меня штаны достаточно плохие. Давайте получше. Давайте к нему построимся. Что-то туплю. Хотя к нему попробую. Он сейчас будет и так пытаться скинуть. Фух, я уже подумал, что с двух сторон буду скидывать. Ладно. Как-то скучновато, если честно. Ну, ребята, я как-то... Если честно, у меня нету сил записывать. Я очень сегодня устал, но я все-таки записываю ролик. Если они все-таки начнут выходить чаще, то я, ну, не буду особо... Я как-то раньше старался все сделать круто, у меня сейчас есть звук хороший, более-менее нормальный. Да, шум какой-то, может быть, скорее всего, он и будет, но все-таки звук стал получше, вы теперь можете нормально слышать, что я говорю. Нормально, просто стрелялись полгода, и меня какая-то собака просто... убивает. Ладно, я, скорее всего, больше играть не буду. Давайте 3 карточки сыграем, какой-нибудь, ну, не знаю, дуэли. Давайте воп сыграем. В принципе, и текстурпак будет в описании, текстурпак вот этот. Он, правда, на версию 1.12.2. Я просто за 2 минуты скачал текстурпак, все такое. Я его все равно скину. Типа на 1.8 все равно можно играть. Видите, я же играю, тут есть баги, конечно, вот тут, например. Я такой, около чувака, короче, стою, такой рассказываю вам. Нормально. Ну чё, чувак, давай. Блин, я, наверное, бить его начал, когда он ел яблоко. Как-то, наверное, нечестно. Да ладно! Да я никогда так не комментировал игры, если честно. Чтоб я вам как-то что-то вот так вот комментировал. Я особо не помню, что я хотел еще рассказать. Вроде как все.
Ну, планы на 2019-й, это, естественно, не все планы далеко. Также, может быть, я перестану записывать. Ну, на Ваймворде, скорее всего, я вообще перестану записывать. Может быть, это вообще последнее видео на Ваймворде. Поэтому, ребята, вы как бы не удивляйтесь. Кстати, возможно, это предпоследнее видео вообще на Ваймворде, потому что собираются уже мини-игру делать новую, которую, блин, уже полгода. Какие полгода? Я ее больше года уже жду. Если бы полгода, если честно, вот было бы круто. Хотя бы два раза в год бы выпускали бы мини-игру, вообще бы молчал бы. Да. А записать даже нечего на моем борде. Что тут, только Skywars и дуэли. В принципе, сегодня я это и записываю. Уже 10-й раз, наверное. В принципе, может быть, какие-нибудь галлоны игры с лаки-блоками запишу когда-нибудь, не знаю. Или на другом сервере. Так, ну давай, умирай. Нет, ну нет, ну блин, ну хотя это быстро, ладно, ладно, ладно. Так, ну ладно, еще два лаунда, именно лаунда, окей, на луках, окей. Что я вообще за 15 начал? Ну, все. Ребят, я бомблю. Ролик будет небольшим, потому что, ну, сами поймите, он не должен быть большим. На тебе, собака. Тут, кстати, эндерпелды убрали. Так, ну... Не знаю, пока что буду записывать. Скорее всего, в следующем видео будет продолжение или паркура запишу. Ну, я вторую часть сниму по паркуру. Я позапрошлый ролик был по паркуру. Поэтому заходите, посмотрите его, да, если интересно. В принципе, возможно, вторую часть запишу. Возможно, еще что-то. В принципе, может быть, я сделаю вообще отдельный ролик по планам на вот этот год. Да. Может быть, нет, не знаю. В принципе, я пока что реально, у меня уже голова просто вся уже загружена, я уже реально устал, поэтому, ну, чуть-чуть рассказал, да, в принципе, ролики я буду стараться делать чаще, потому что у меня как-то, не знаю, вдохновение вернулось. Кстати, скорее всего, следующий ролик будет, возможно, еще по лаки-блокам, кстати, да, уже не записывал тоже месяцев 7 назад, да, записывал последний раз, или раньше, не помню уже, или 5. Короче, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео, давайте наберем на этом видео лайков 9, в принципе, да. Ну и буду на этом заканчивать. Все, ребята, всем спасибо, пока-пока!